Всем привет! Сегодня пересаживаю свои бегонии. Они уже выросли большие. И взяла для них вот такие вот красивые кашпо. Вот смотрите, какую корневую нарастили бегонии. Здесь вот два роста на этом растении. Будут и еще ростики после пересадки в большое кашпо. Вот они сидели в таких горшочках маленьких 0,7. Какую взяла землю? Земля Терравита. Ну и я сюда еще немного песочка и опилочек прошлогодних подмешала для рыхлости. Вот видите, какой рыхлый субстрат. Ну и в остальном все просто. Немного земли на дно. Дренаж я насыпать не буду, потому что я иногда использую полив в поддон. И по весу горшка всегда могу определить, нужна ли влага для цветов. Обязательно полить земельку, которая будет на дне горшка. Устанавливаю цветок посередине, так, чтобы его можно было заглубить вот на такое расстояние, на 3-4 сантиметра, чтобы отсюда уже еще пошли развиваться дополнительные почки. Бегония – это мощное растение, которому требуется много питания. Поэтому и грунт должен быть очень питательный. В то же время он должен быть легкий, рыхлый, воздухопроницаемый. Ну и, конечно же, с поливом нужно быть тоже осторожным. Нельзя давать пересыхать грунту полностью, но и в то же время при увлажнении бегонии тоже не очень-то любит. Поэтому здесь нужна такая, знаете, тренировка, сноровка, ну и опыт. Будьте со мной, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. Про подкормки поговорим в следующих видеороликах.